Продолжается прямой эфир программы «Доброе раннее Беларусь». Тео и Ольга Рыжкова сегодня просыпаемся вместе с вами на календаре. Уже 6 октября, четверг. До окончания рабочей недели остается всего ничего. И вот что я вам хочу сказать, друзья. Есть много ведущих красивых, есть много ведущих талантливых, есть ведущие даже поющие. Но ведущий, который накануне специально для нашего прямого эфира пишет авторскую композицию, причем на тему, так сказать, на злобу дня, мне кажется, такой ведущий только один. С радостью вам его представляем. Дорогой коллега Тео с его авторским блогом. Спасибо, Ольга. Ты знаешь, я вот сидел и слушал тебя, и почему-то мне так привиделось. Вот было бы хорошо, если бы сейчас прямо в этой студии горел костер, потому что я вот так вот сижу с гитарой, мне еще нужен такой свитер под горлышко, да, и с гитарой. Друзья, доброе утро. Я вас приветствую в своем авторском блоге «Песня этого дня». Несколько слов, что за блог. Второй раз он уже выходит в эфир. И песни мы поем с вами о актуальном. Прямо в прямом эфире для того, чтобы на протяжении всего дня вам было что напевать, прогуливаясь, а может быть и на работе где-нибудь отдыхая. Так вот, мне кажется, самая что ни на есть актуальная тема сегодняшнего дня – это белорусские дожди, которые сразу же следом за быстрым уходом бабьего лета нагрянули на нашу синевокую. Заливают повсюду – юг, север, запад, восток. Друзья, кому-то это нравится, кому-то это нравится в меньшей степени. Мне, например, это совсем не нравится. Я люблю солнечную погоду, но, кстати, Беларусь солнцем нас особо не радует. Все мы знаем мифы о Туманном Альбионе, мол, там всегда дожди. А, кстати, статистика говорит о другом. В Беларуси намного меньше солнечных дней, чем в Британии. Друзья, ну, как отнесешься к дождю? В общем-то, такое будет настроение. Кто-то наслаждается дождем, а кто-то под ним просто промокает. Так вот, рад вам представить песню этого дня, а у нас «Дожди». Набор аккордов, как всегда, армейский, солдаты с легкостью подберут, и сегодня у нас соль минор. Говорят, сейчас бархатный сезон, едут на моря. Там антициклон, welcome drink отель, фрукты на трильяж, там сейчас тепло. Ну а как у нас? А у нас дожди, а у нас дожди, солнца ты не жди, полюби дожди. Позвонил знакомый, он сейчас в Майами, хвастался погодой, теплыми ночами, загорал на пляже, кушал ананас. Он спросил меня: ну а как у вас? А у нас дожди, а у нас дожди, и вчера дожди, и прямо сейчас дожди. Опа! А у нас дожди, а у нас дожди, а ты все жди и жди, когда пройдут дожди, жди все. Браво! Теос, авторской композиции «Дожди» специально для программы «Доброе раннее Беларусь». Спасибо, друзья, и напомню, да что там дождь, главное, чтобы не метеоритный. Да, но давайте в том же духе, кстати, более точный, я понимаю, что у Тео по всей стране сегодня дожди, ну а более точный прогноз погоды давайте-ка посмотрим прямо сейчас, вот с какой погодой мы отправим вас сегодня на работу, пожалуйста. Карта явись. В Витебске плюс 10, и дожди в Могилеве плюс 13, и дожди в Могилеве плюс 15. Сухо в Бресте плюс 11, и тоже солнце, ну а в Гродно плюс 11. И дождь, а в столице плюс 12. И дождь. Ну а мы будем надеяться, что у вас будет дома солнечно, в ваших домах. Наша программа делает все для этого возможное.